Бокертов, дорогие друзья, сегодня уже 17 февраля. Хочу напомнить, что мы посвятили этот месяц изучению Торы, изучению Брихаташа, и как важно пребывать в его слове, в слове Бога, которое исцеляет, освобождает, которое дает свободу для человека. Мы говорили о том, что Тора является хлебом насущным, хлебом ежедневным, Тора является также водой живой. И хочу продолжить эту тему, тему, что такое для нас Тора. Ефесяна, послание, 5 глава, 25 стих, говорит, «Мужья, любите своих жен, как Мессия возлюбил свою общину и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Очистить баню водную посредством слова. Знаете, я хочу рассказать одну интересную историю, которая вершилась со мной. Она получилась курьезом. Однажды, общаясь с одним человеком, ортодоксом, который ходит в одной из ортодоксальных общин Одессы, мы общались на разные темы, и во время разговора я сказал то, что потом немножко меня смутило. Я хотел сказать, что я не совсем, как бы сказать, полнокровный или же, как сказать, еврей, что я суржик, а получилось сказать, что я не совсем чистый еврей. И он в ответ, и не не получив какой-то а, а, ответ от меня, он начал говорить, ты что, не мылся сегодня? Это привело меня в курьез. Хотя, знаете, э, это, эта история дала мне понять, что есть понятие того, что не только есть физическое омовение, есть также понятие омовения духа, духовное отношение, духовное омовение. Вот что интересно. И здесь, конечно же, говорится Ефесянам. 5.26, что Он очистил нас баней водную. Один из друзей моего пастора спросил однажды, говорит, объясни мне, пожалуйста, Ефесянам 5.26, что это значит. Я, думаю, я думал, что мы очищены кровью Ишуа Мессии, пролитой кровью на Голгофском кресте. Что же тогда означает вот это понимание, что он очистил, очистил путем в бане водной посредством. И знаете, наш пастор был служитель, уже имеющий, много опыта, он сказал ему интересную вещь. Он говорит, здесь немножко большая разница есть. Ты должен понять, что, о чем говорит описание. Это не говорит, что мы оправданы словом. Это не говорит, что мы оправданы. Мы оправданы кровью, очищены словом. И это очень интересно, очищенный Словом, и Слово Божье является этой водой. Мессия умер за нас, чтобы дать нам позицию в Одесную Отца. Мы сели вместе с Ним в Одесную, и мы царство вместе с Ним. Но также говорится о том, что душа, однако, спасена в том понятии, что в этом греческом слове именно очищение, а говорится о как бы восстановленном здоровье. По этой причине наша душа должна быть омываема Словом Божьим. Сатан всегда хочет дать нам мысли, разные мысли, которые а, разрушают нашу веру. И, и момент этот очень важный, потому что наша душа она состоит из нашего ума, нашей воли и нашей эмоции. Это то место, где дьявол... Ам, Посылает свои ложные понимания о том, что происходит вокруг нас. Например, некоторые христиане до сих пор еще ходят под осуждением, не понимая того, что в Писании говорится, послание к римлянам 8.1, что мы эм, не имеем никакого осуждения тех, кто в Мессии Иешуа. Никому нет. ни осуждение тем, кто в Мессии Ишуа ходит в благословении. Вы знаете, я встречаю еще очень много верующих людей, которые также не понимая Слова Божьего, они имеют пороки, нечестие, безобразно ведут себя, они поэтому э, имеют мирское мышление и не используют Слово, которое говорит о том, чтобы преобразовывать числа ума вашего. Это очень важно понимать сегодня. Я говорю о том, что мы сегодня должны принимать эту духовную ванну. Ванну от Слова Божьего, которая очищает нас. Как, может, как можем мы это сделать? Как можно преобразовывать свой разум? Как можно омыть свой разум? Я думаю, что это нужно изменением нашего ума. Понимание того, что нам нужно, нужно читать Слово Божье каждый день. Тору нам нужно изучать каждый день. И тогда, вы знаете, если вы рассуждаете над Торой каждый день, вы будете деревом посажено у потока вод. Если вы будете рассуждать над э, Словом, которое вы прочитали одним стихом, в течение года, один раз в день, вы из получите изменения, и ваша жизнь полностью изменится, она омоется. И по этой причине Ефесянам 5:26 а, написано, что Он очистив баню водную посредством своего слова хотела помолиться за вас, чтобы вы принимали это омовение через Его слово, которое очищает нашу душу. А вину Отец, я благодарю Тебя, что мой дух он чист и моя душа омыта в Твоем слове. Обнови, Господь, каждого человека, который сегодня смотрит эту передачу. Господь, мы ожидаем обновления в течение этого времени. Мы знаем, что ты есть благ, и ты всегда стоишь на страже своего слова. Оно омоет всех нас, и мы благословляем друг друга и твое имя. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас свои искушение, но избавь нас от Лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим служением или же пасторам или общинам где бы вы ни были мы тоже можем помолиться за вас и пожалуйста присылайте ваши просьбы по адресу которая будет у вас на экранах вашего монитора пускай бог благословит вас и мы обязательно за них помолимся